Всех приветствую! Сегодня дошла у меня очередь распикировать наш с вами первый посев петунии. Там, где мы с вами сеяли вместе, я снимала, ролик вам показывала. Там, где мы все сорта, которые у меня имеются, мы по 2-3 семечка сеяли. И вот они сейчас уже здесь. Их давным-давно, конечно, нужно было посмотреть, вот как корни выглядят. Вот, видите? Их давным-давно нужно было уже пересадить в другие емкости. Ну, знаете, как обычно, все откладываешь на потом. Ну, вот это потом уже настало. Так что будем сейчас заниматься. Вот достала растение. Оно полностью оплетено корневой системой, даже лишнее. Вот это вот колечко я всегда убираю. Вот, видите, вот такое вот колечко. Его нужно обязательно убрать. Теперь берем заранее набранный грунт у нас был. Грунт я вам уже рассказывала. Для именно пикировки я уже использую немножечко грунт такой более питательный. Здесь два сорта у нас торфа. Верховой раскисленный, нейтрализованный. У меня Грабал С, фракции от 0 до 10. И низинный торф. Он немножко такой почернее, потяжелее. Там больше палочек. Ну вот для пикировки он самое... хорошо его добавлять. Также добавляю где-то 10% агроперлита, чтобы был такой более воздушный наш грунт. Ну все, все остальное, как обычно. Делаем дырочку, отверстие вот такое вот. Я пальцем делаю и без перчаток работаю. Мне так удобнее. Вы работаете, как вам удобно. Вот у нас Растюшечка уже готовенькая. Я ее вставляю. Колечко обязательно, я вам показывала, нужно убрать, если заплелся уже так вот ком, как у меня, нехорошо. И вот все, готовое растение. И так продолжим со всеми остальными растюшками. Грунт у меня увлажненный. Поливать я ближайшие 2-3 дня не буду. Грунт сейчас вот покажу по влажности вам. Вот смотрите. Вот такой вот грунт. Вот если его сжать, он, видите, ком держит. Но если нажать, он сразу рассыпается. Вот такой вот грунт. Это самый хороший он идет для пикировки. И можно не поливать сегодня. Ну или даже завтра можно не поливать. Ну все, продолжу. Часть растений я уже распикировала. Сейчас их нужно мне будет унести, освободить место. В поддон я застилаю вот такой вот капиллярный мат. Затем застилаю пленочкой. Тоже специальная пленка капиллярная, которая пропускает воду. Она вот, знаете, вся вот такая вот. Из дырочек состоит. У меня с разметкой. И видно, которую часть, которой стороной вверх стоит. И все. Составляю на поддончик. Сегодня, кстати, я поливать не буду свои растения. Почему не буду? Потому что грунт у меня очень влажный. Но когда придет время все же полить, то я буду поливать не сверху, а буду поливать вот прям сюда. Буду сюда заливать водичку. Если будут какие-то удобрения, то пока я не приноровилась выливать вот прям сюда, я буду выливать их в само растение. Вот сюда под корешок или возле краешка, где там мне надо, куда мне желательно попасть. Ну вот, вот таким образом поедут на полочку. Еще что хочу сказать. Помимо того, что поливаться сегодня не будут, я их и под свет сегодня ставить не буду. Они у меня до завтра просто постоят, как говорится, в сторонке, отдохну. Вот так вот. А завтра уже я их поставлю под свет. Ну вот, все, готово. Ну а сейчас я продолжу работать. Вам всем спасибо, кто смотрит мой канал, кто присоединяется, кто ставит лайки, кто комментирует, кто задает вопросы. Я всегда с удовольствием отвечаю на вопросы. Подписчиков у меня не миллион, поэтому на все вопросы я отвечаю, на все комментарии я отвечаю. Всем вам спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а я продолжу свою работу. Всем всего хорошего!